В эфире информационная программа «Панорама Севера», в студии Лариса Истомина. Здравствуйте. Сегодня в мэрии Архангельска был подписан договор между компанией «РН Шельф Арктика» и городским центром охраны прав детства. В рамках социальной поддержки в центре будет построена детская игровая площадка. И это только начало. Выход на шельф как экономическое освоение Арктики. Компания РН «Шельф Арктика» будет проводить геологоразведочные работы в Печорском, Карском и Баренцевом морях. Все с учетом лучших мировых практик по защите окружающей среды. Арктика – хрупкая экосистема. Впрочем, не только забота о природе является одной из доминант политики компании. Благотворительность – вот еще одно направление ее каждодневной работы. Это просто необходимо, так и должно быть. Государство, оно должно помогать своим детям. Те, которые зарабатывают деньги, они должны помогать детям. То есть благотворительность, она всегда была в сфере деятельности на Руси и в сфере деятельности всех русских меценатов. И, наверное, таких меценатов, как на Руси, не было нигде. Сегодняшнее подписание договора с Центром охраны прав детства – яркое тому доказательство. Компания РН «Шельф Арктика» вложит 2 миллиона рублей на строительство современной детской площадки на улице Пограничной. Арктика оживает, приходят серьезные компании. И от слова о том, что сегодня Архангельск – это столица Арктики, уже начинается конкретными делами. И конкретными делами в области разработки, что самое главное. А раз будет разработка, рабочие места, вот, значит, и будет и благотворительность. Поэтому эти моменты, они, наверное, неразделимы. Компания создает престиж России в Арктике, не забывая о том, что строит его для сегодняшних детей, будущего большой страны. Елена Матвеева, Руслан Симушин, «Панорама Севера». 1 сентября не только день знаний, но и день открытий. Тысячи малышей в первый раз пойдут в детские сады. Мэр Виктор Павленко проверил, как дошкольные учреждения готовятся к встрече юных архангелогородцев. Начальная школа, детский сад номер 77, через 3 года полностью станет дошкольным учреждением. На смену оставшимся 3 начальным классам откроются группы для малышей. 26 ребятишек дополнительно набрали уже в этом году. Для этого переоборудовали один из кабинетов. Нам понадобилось перекрасить стены в этом помещении, обустроить участок игровой на улице. Был установлен теневой навес. Это все за счет средств городского бюджета. Плюс еще сантехнические там мероприятия прошли. Мы новую сантехнику закупили, раковины для детей. В сентябре-октябре сад получит и федеральные средства для закупки детской мебели, игрового инвентаря, новых подушек и одеял. Но если сама группа ко встрече ребят практически готова, то коммунальная система не вполне. Есть проблемные участки, я так скажу. То есть не с самим теплоузлом? Не с самим теплоузлом, с раздачей горячей воды. Если эта работа возможно произвести вот сейчас еще, или в течение даже года, там, это ж, да, может, выходные и так далее, пишите смету, я на это выделю средства. Хорошо? Очень хорошо. Договорились? Из своего резервного фонда мэр Архангельска Виктор Павленко пообещал выделить средства на замену вытяжной вентиляции на кухне, чтобы повара в детском саду работали в комфортных условиях. Алексей Карельский, Сергей Минин, Руслан Симушин. «Панорама Севера». Сегодня в Архангельске говорили о том, какие задачи перед региональной системой образования поставит предстоящий учебный год. Обсуждали и то, как в Поморье реализуются майские указы президента. Впрочем, традиционный августовский педсовет – это не только рабочее совещание, но и время чествовать лучших педагогов области. Елена Матвеева продолжит тему. Вот они, 5 лучших обладателей звания «Почетный работник общего образования России». Сегодня их чествовали на традиционном августовском педсовете. Среди награжденных Олег Полухин, директор Архангельского морского кадетского корпуса. В этом году из его стен выпустились 37 кадетов. Первые в новейшей истории. Все ребята сдали единый государственный экзамен с первого предъявления. Из 37 человек 18 человек поступило в военные университеты, военные академии, военные институты. Я очень горд за наших выпускников. Как говорят, первый, да, блин, бывает комом. Здесь этот ком не случился. Встреча учительского сообщества накануне учебного года как сверка часов. Как действовать сообща, преследуя главную цель – качественное образование в регионе. Августовское совещание – еще и повод поговорить о развитии региональной системы образования. В этом году ее успехи рассматриваются и через призму майских указов президента.
Мы реализуем основные задачи, направленные на увеличение мест во всех видах образовательных учреждений. Мы сверяем свои часы с заказом, уровнем подготовки специалистов для наших промышленных предприятий. Ну и, безусловно, мы вкладываем достаточно большие, речь идет о нескольких миллиардах рублей, средств в обновление образовательной базы. Как подчеркнул губернатор, этот год станет прорывным и по количеству введенных в эксплуатацию новых школ и детских садов. От оснащения образования к школьной форме. И о ней говорили на нынешнем совещании. В соответствии с законом об образовании, да, школьная форма должна вводиться, но мы не диктуем никаких административных своих здесь решений в этом плане. Мы определили общие требования. Прежде всего, это соответствие ткани, формы всем требованиям к учебному процессу, к деловому стилю, к светскому характеру образования. На уровне учреждения это все должно решаться совместно с родительской общественностью. Определив ближайшие планы, не забыли и о уже достигнутых успехах. Лучшим в профессии вручили региональные и правительственные награды. Елена Матвеева, Сергей Минин, «Панорама Севера». Сегодня в России отмечается День государственного флага. Первым русским триколором многие исследователи называют полотнище, водруженное на русском военном корабле «Орел» в 17 веке, а точнее в 1668 году. По одной из версий, создано оно было с подачи голландских кораблестроителей, которые показали царю Алексею Михайловичу красно-бело-синий флаг своей страны. Отсюда и соответствующая цветовая гамма. Впрочем, во флаге главное не палитра, а его патриотическое значение. Неудивительно, что мэрия Архангельска в честь Дня государственного флага провела специальную молодежную акцию. Не первый год архангелогородцы, люди, для которых слова «Родина» и «Отечество» не пустой звук, принимают участие в акции «Живой флаг». Проводится она по инициативе мэрии Архангельска. Добрая сотня человек, несмотря на проливной дождь, собралась у стелы «Архангельск – город воинской славы», чтобы возложить цветы к монументу, который увековечил вклад нашего города в развитие страны. А затем, растянув огромное полотнище, колонна двинулась к памятнику Петру Первому. Неудивительно, именно в Архангельске 320 лет назад на кораблях, построенных на Соломбальской судоверфи, велением царя впервые был водружен российский триколор. Российский флаг – это не просто символ моего государства, это... Я горжусь своим флагом, там, знаю его историю. Для меня российский флаг – это единство нашего народа, честь и отвага. То есть это три наших цвета – бело-синий, красный. Главные действующие лица акции, конечно, молодежь. Наше подрастающее поколение, которое с юных лет должно постигать значение слова «патриотизм». Что мы родиной зовем, все, что в сердце бережем, и под небом синим-синим флаг России над Кремлем. Летопись России, ее великие свершения и открытия все ковались под государственным флагом. Об этом говорил и мэр Архангельска Виктор Павленко. Этот флаг олицетворяет историю нашего, славную историю нашего города, нашей страны, наше настоящее и будущее, которое строим мы вместе с вами. И от этого зависит процветание нашей России. Алексей Карельский, Сергей Минин, «Панорама Севера». В продолжении темы. Российский триколор символом страны был признан 23 года назад, заменив красное полотнище серпом и молотом. Сегодня предлагается такая трактовка его полос. Белый означает мир и чистоту, синяя – веру и верность, а красная – силу и кровь, пролитую за Отечество. Однако сегодня российские парламентарии предлагают заменить нынешний бело-синий-красный триколор на черно-желто-белый штандарт Российской империи. Мы узнали у горожан, как они относятся к подобным изменениям и знают ли символику современного российского флага. Я плохо отношусь к этому. Я думаю, это очередная нелепая инициатива Государственной Думы. Ну, тут никакой необходимости, никакой актуальной проблемы. Государственные символы – такие вещи, которые не меняют раз в месяц, раз в год или раз в десятилетие. Что цвета обозначают? Белый – там чистый, красный – красивый, доблесть, что там синий, соответственно, как морская держава. Я отрицательно отношусь. Больше привычно нам голубой, белый, красный, и я против смены флага. А знаете, что цвета обозначают? Воздух, земля и вода. Этот флаг тоже российский, да? Ну, с ним много связано, у нас же герб как бы тоже Российской империи. Можно сделать и флаг просто, что за этим будет стоять. Скажите, как думаете, вам вообще известно, что означают цвета нашего современного флага? По телевизору утром показывали, там, значит, утром показывали инфографику, значит, что белый цвет
что красный – это державность, синий – это религиозность, а белый – я не успел запомнить. Положительно, почему бы и нет, собственно говоря. Изменим всегда к лучшему. А скажите, вы знаете, что обозначают полоски на современном нашем флаге? Ну, в общих чертах, только как в садике учили, так и помню. Что белый – это свобода, синий… Ну, к сожалению, даже вот не вспомнить, к сожалению, полностью. Красный – это, по-моему, как воля нас учили в садике. Ну, я почему-то думаю, что не стоит менять флаг. Все уже привыкли к этому триколору. Так что, в принципе, как бы я за то, чтобы триколор остался. А вы знаете, что означают полоски нашего современного флага? Ну, я точно как бы не помню. Каждый цвет обозначает что-то конкретное, и там я не могу как бы конкретно ответить. Весной в России вступили в силу отдельные изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь, согласно закону, суд имеет право обязать наркопотребителей пройти обязательную медицинскую диагностику. Об этом и не только шла речь на встрече с журналистами сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудники регионального отделения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков не могут считать итоги работы за 7 месяцев этого года успешными. Ими было изъято 24 килограмма наркотических средств. Из них 13 представляют собой курительные смеси. Эти показатели в два раза превышают прошлогодние. Обуславливается это в первую очередь тем, что все-таки у нас продолжается экспансия синтетических наркотиков, это как привозимых из Санкт-Петербурга, так и поставляемых на территорию Российской Федерации из стран Юго-Восточной Азии, в частности Китайской Народной Республики. Специалисты утверждают, самым удручающим остается то, что в этом году зафиксировано все больше случаев незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. За вот эти 7 месяцев было осуществлено 172 вызова бригад скорой помощи именно на случай передозировок, именно среди несовершеннолетних. 25 человек вот за вот этот период прошедший привлечено к административной и уголовной ответственности. При том, что у нас учащихся в Архангельской области 30 тысяч. На сегодняшний день, благодаря поправкам в законодательстве, все наркозависимые обязуются пройти курс лечения, реабилитации и реасоциализации. А это значит, что шанс вернуть людей к здоровой жизни увеличится. Инга Швецова, Ольга Красулина, «Панорама Севера». 11 августа вступили в силу новые правила обучения в автошколах. Теперь на водителей будут учить дольше и строже. Меняется не только образовательная программа, но и условия приема экзаменов и даже сами права. Разработчики правил полагают, что добросовестных и грамотных водителей на дорогах станет больше. Но пока больше стало лишь проблем у руководителей автошкол. Как обстоят дела с введением новых правил в Котласе, узнаем из материала Аллы Сушковой. Ивана Перегородина можно назвать счастливчиком. Он один из последних в стране, кто успел обучиться водительскому делу по старым образовательным программам. Уже для следующих групп курс станет длиннее примерно на один месяц и, как прогнозируют специалисты, дороже приблизительно на треть. На самом деле я не слышал об изменениях, но просто слышал, что друг собрался учиться в автошколе, я вместе с ним собрался пойти. Ну вот и... То есть повезло случайно? Ну да, повезло случайно. Новые правила обучения водителей вступили в силу 11 августа. Теперь в правах будет 7 новых категорий и подкатегорий. Получить права на категорию М можно с 16 лет, а не с 14. А те, кто хочет водить легковой автомобиль, будет учиться дольше. Не 156 часов, а 190. При этом весь курс разделен на 3 цикла – базовый, специальный и профессиональный. Появились и новые предметы, например, психофизические основы деятельности водителя. Здесь будут учить бесконфликтному поведению на дорогах. Теперь начинающие водители должны будут изучать организацию выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Водитель легкого автомобиля, он может работать в такси, может перевозить пассажиров, так, до этого, 8 человек. Поэтому как-то это организовывается, так, груз перевозят на каких автомобилях. Опять же, на грузовых автомобилях, которые, вот ту же «Газель» взять, тоже это перевозки грузов. То есть это дополнительно, раньше такого не было? Да, раньше профессиональной подготовки вообще не было.
Число практических часов по новым правилам увеличилось. Вместо 50 теперь на автомобиле с механической коробкой передач нужно будет отучиться 56 часов, с автоматической – 54. По новым правилам продолжительность одного занятия должна составлять 60 минут. Обязательны теперь и манекены для обучения оказанию первой медицинской помощи. Но самое сложное и дорогостоящее – это обустройство автодрома. Чтобы покрытие было твердое, чтобы разметка нанесена была, там, требования к горке, чтобы она была не металлическая, не переносная, а, как говорится, стационарная. После того, как автошколы выполнят все требования новых правил, они должны будут согласовать свою работу с госавтоинспекторами. Госавтоинспекция по заявке учебной организации рассматривает заявку о согласовании примерных программ подготовки водителей. Сейчас называется профессиональной подготовки водителей. И выдачи заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Пока никто из руководителей автошкол не подал заявку в ГИБДД. Срок ее рассмотрения – 1 месяц. То есть как минимум столько времени местные учебные организации не смогут обучать по новым правилам. Правда, по старым программам доучить тех, кто поступил на курсы до 11 августа, они имеют право. На этой неделе отметили день рождения русской тельняшки. Этот праздник не является официальным, но весьма популярен в России. Нательную полосатую рубаху носят военнослужащие многих стран. Но лишь в Российской Федерации она стала особым символом. Материал наших котловских коллег. Дата 19 августа, день рождения русской тельняшки, была выбрана не случайно. Есть сведения, что именно в этот день, в 1874 году, император Александр II подписал указ о введении новой формы. Тогда и появилась тельняшка. Синие и белые поперечные полосы тельняшки соответствуют цветам Андреевского флага. Моряки всех поколений русского флота называли ее «морской душой» не только во флоте, но и в быту. Анатолий Шишкин знает о морской форме все. Молодой человек служил на атомном крейсере «Петр Великий» с 2008 года по 2009. Зимой то тельняшка, она идет с начесом, с длинными рукавами. Ну, фланка синяя, это получается у нас парадно-выходная, получается форма идет вместе с брюками черными. А на самом корабле в обычные повседневные дни мы ходили, что-то наподобие робы. Только тоже голубым цветом, который не жалко было бы испачкать. А так парадки в основном ходили только в выходные дни. Призвали, да, попал в учебку. В учебке распределитель был. Там распределяли кого куда, все хотели там морскую пехоту, еще куда-то либо. А так разобрали всех по кораблям, раскидали, и попал на корабль. Находится в Североморске. Там находится база Северного флота у нас, как и все остальные корабли. Там и служил, туда и призывался. На нем много вооружения. Такого вооружения на других, там эсминцах, там еще где-то, либо нету просто такого вооружения. Очень большой корабль. Да, что он атомный, на атоме он работает. Как рассказывали нам в армии, что этот корабль может один обороняться в течение часа, как не помню, или полтора часа от натисков других кораблей. Прошло уже несколько лет, как Анатолий закончил службу в армии. Он с ностальгией вспоминает то время. Бережно хранит армейские фотографии и форму. Тельняшку одевает на каждый праздник военно-морского флота. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Женсовет Октябрьского округа Архангельска подключился к традиционной акции «Скоро в школу», которую проводит Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города. Цель акции – приобретение самых необходимых школьных принадлежностей, одежды и обуви для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принять в ней участие может любой желающий. Подробности акции можно узнать в отделе по вопросам семьи, опеки и попечительства или в Женсовете Октябрьского округа. На официальном сайте Федеральной антимонопольной службы и Архангельского УФАС России открыта горячая линия для обращений по вопросам роста цен. Граждане могут сообщать информацию о фактах завышения розничных и оптовых цен на продовольствие, оптовых цен на рыбу, сельскохозяйственную продукцию и сырье. Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при подготовке ежемесячного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен.
В рамках подготовки водника к новому хоккейному сезону достигнуты предварительные договоренности о проведении нескольких товарищеских матчей. 29 августа на льду «Волга Спорт-Арена» в Ульяновске архангелогородцы встретятся с казанским «Динамо». Накануне старта в Кубке мира 7 октября водник встретится со шведским клубом «Больнесом». Добавим, что свой первый официальный матч наши хоккеисты проведут в Ульяновске, где 31 августа сыграют первую игру Кубка России против прошлогоднего обидчика «Красногорского Зоркого». Чемпионат города по футболу близок к развязке. Командам осталось провести по 1-2 встречи. В очередном туре на поле стадиона «Труд» встретились команды из нижней части таблицы. «Спортинг» принимал «Химик». Об итогах встречи расскажет Константин Рудаков. Перед матчем с «Химиком» «Спортинг» занимал 6-е предпоследнее место в турнирной таблице. И чтобы сохранить прописку в высшей лиге, обязан был выигрывать. Но сделать это было непросто. За 10 матчей команда держала лишь одну победу. Чемпионат идет довольно-таки не очень удачно. Внизу таблицы идем, боремся, как сказать, за выживание. Вот. Ну, стараемся, боремся в каждом матче на победу. Но пока не очень хорошо получается. В первой очной встрече обе команды смогли забить лишь по одному мячу. В первом круге со «Спортингом» сыграли в ничью. То есть, несмотря на то, что команда из нижней части таблицы, команда упрямая, команда, скажем так, дала бой. Но мы, может быть, естественно, недооценили где-то. И я бы сказал, что в первом матче, наверное, не... Мы потеряли 2 очка, мы все-таки приобрели 1, поскольку проигрывали и только во втором тайме смогли отыграться. Помня об ошибках первого круга, «Химик» активно начал встречу и уже на первой минуте забил гол. Но развить успех команде долго не удавалось. Создав еще с десяток моментов, «Химик» упустил уйму возможностей забить в первом тайме. Игра как бы хорошо получается, но не забиваем. Много не забиваем. Ну, сегодня мы можем постараться выиграть. Соперник не такой сильный, «Спортинг». Ну, будем стараться. После перерыва «Химик» усилил натиск на ворота «Спортинга», и голы не заставили себя ждать. Одержав победу со счетом 4-1, команда «Химик» ушла из опасной зоны аутсайдеров, а «Спортинг», наоборот, опустился на последнее место и теперь находится в зоне вылета. Ну а лидируют по-прежнему футболисты СКК, которые находятся в шаге от золотых медалей чемпионата. Константин Рудаков, Руслан Семушин, «Панорама Севера». Рубрики «Открытый город» – прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 23 августа на стадионе у 45-й школы пройдут соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. Играют интернациональная сборная Архангельска, команды Северодвинска и Новодвинска. Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканале ПС. Начало в 11 часов. 24 августа в поселке Уймский Приморского района на родине легендарного балагура Сени Малины состоится третий музыкальный фестиваль «Малина Джаз». В нем примут участие лучшие архангельские джазовые коллективы и музыканты, а также гости из других регионов России и зарубежья. Полную версию фестиваля можно посмотреть на телеканале ПС. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639-720. Открой город вместе с нами. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка на 23 августа доллар США 36 рублей, евро 47 рублей 85 копеек. У меня на этом все. В студии была Лариса Истомина. Всем приятных выходных и до встречи на телеканале ПС. Эта программа не будоражит кровь. Здесь нет давления, политидеологии. Мы начинаем с вами вновь об архангельской погоде диалоги. Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Вот и подходит к концу горячее архангельское лето. Хочется привести в порядок мысли к началу учебных и рабочих осенних будней. И если говорить о порядке, то давайте для начала подготовимся к сегодняшнему дню и узнаем, что же подготовила нам небесная канцелярия на 25 августа, понедельник. И начнем мы с Котласа. Там сегодня облачно, без осадков, ветер слабый и температура воздуха плюс 17-18 градусов. В Плесецке весь день ясно, ветер умеренный и плюс 20 градусов на термометре. Вельск малооблачно, без осадков, ветер слабый и плюс 21 градус. И, конечно же, Архангельск. Утром пасмурно, возможен небольшой дождь, слабый ветер и столбики термометров покажут плюс 15 градусов. Днем облака немного разойдутся, покажется солнышко, также пройдет дождь, температура воздуха плюс 19. Ну а вечером и вовсе ясно. Конечно же, без осадков, ветер слабый и температура воздуха плюс 14 градусов. Я шагаю по проспекту, по
ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду. Так вот, пусть наша погода будет так же логична и предсказуема, как текст этой незамысловатой песни. Увидимся с вами завтра на телеканале ПС.